Вот, то есть у меня есть шизотеория, что Кива это, короче, был такой скрытый, засланный агент, значит, украинских спецслужб, который должен был получить аудиенцию у Путина, чтобы он ему медаль вручил, блядь, и потом внезапно там, ну, короче, раскрыться в виде огненного цветка такого, да. Но, бля, походу рассекретили его, да, и все это был ликвидирован. Sleeper Cell такой.